23 октября ко Дню Республики коллектив библиотеки номер 3 организовал диалоговую площадку «Зула Егемендек Тулпара». Были приглашены постоянные читатели библиотеки, среди которых и кибастузец Рахимбек Акижанов. Собравшиеся получили много информации об истории происхождения великого праздника в нашей летописи, декларации, положившей начало нашему суверенитету и разделившей границы нашего государства. Декларация суверенитета – это первый шаг к выходу из Советского Союза. Казахстан был единственной республикой, сохранившей стабильность из 15 республик того времени. На момент провозглашения суверенитета население казахов составляло 40%. 261 депутатов большинством голосов проголосовали за закон суверенной декларации Казахстана. Таким образом, закон был принят. Мероприятие дополнено мини-книжной выставкой, в которой подробно изложено значение дня, когда был сделан смелый шаг к суверенитету и независимости нашей страны.